Друзья, всем привет! А перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш инстаграм-аккаунт. Ссылка будет в описании, но мы начинаем. 32-летняя мисс Колумбия Даниэла Альварес, несмотря на перенесенную болезнь и ампутацию ноги, демонстрирует позитивный настрой в социальных сетях. В своем инстаграм-аккаунте бизнес-вумен опубликовала ролик с зажигательным танцем. Двигаясь по латиноамериканскую песню, девушке помогает ее старший брат по имени Рики. В интонациях к видео Даниэла отметила, что трудности не имеют значения, главное не унывать. Друзья, коллеги и поклонники оценили жизнерадостный посыл Альварес и поддержали ее в комментариях. Недавно Даниэле провели сложную операцию, в результате которой удалили опухоль в брюшной полости. Но из-за осложнения у девушки появились ишемия, что стало причиной ампутации левой голени. Перенеся подобные испытания, Альварес признается, что у нее полно жизненной энергии, планов и амбиций. Друзья, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, напишите комментарий и всегда оставайтесь с нами. До скорых встреч в новых выпусках.